Продолжение темы. Сегодня, 8 мая, в храме святого Серафима Саровского состоялся особый молебен, посвященный 79-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Это особое событие собрало верующих, чтобы помолиться, вспомнить и почтить память о героическом подвиге и о тех, кто отдал свою жизнь во имя свободы и мира. В Новоуральске сегодня и завтра проходит ежегодное литургическое поминовение, приуроченное к празднованию Дня Победы. С благословения святейшего патриарха Кирилла это поминовение совершается в определенном порядке. После литургии служится благодарственный молебен Господу Богу за дарование победы в Великой Отечественной войне. В храме во имя преподобного Серафима Саровского сегодня депутаты городской думы приняли участие в таком молебне.